Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Сергей Лав, и это вновь Legend of Grimrock 2. Предыдущая серия, может быть, чуть длиннее получилась, чем я планировал, но это связано с тем, что я делал такое вступление по прокачке, хотя, не знаю, стоит ли его оставлять для вас, но я думаю, оно вам было интересно послушать. И вот, кстати, интересный момент. В первой части были секретки, связанные с факелами. То есть, допустим, какие-то двери могли открываться, когда вы факел вытаскиваете или, наоборот, вставляете, какие-то стены открываться, но во второй части я не встретил еще ни одного секрета, который был бы связан с факелами. Я думаю, что была бы хотя бы подсказка, потому что, ребят, то, что вам нужно знать об этой игре, то, что... Ух ты! Это хозяин острова, вот этого Гримрок, он нам будет периодически попадаться. Я когда его первый раз увидел, я вообще, серьезно вам говорю, наложил неплохо кирпичи, потому что я думал, что сейчас нам уже точно наваляет. Так, нету пути назад, то есть если мы туда заходим... то все, мы вот эту часть локации не исследуем, соответственно, сначала тихо. Вот это больно может быть, очень больно. Они, их на дистанции держать вообще не вариантно, потому что, черт возьми, они начинают бросаться с двух рук кинжалами, что очень больно. Нереально, я бы даже сказал, больно. Скорость атаки просто колоссальная. У них дофига уворота, ну это, блин, роги. Так, у меня кулдаун, я в тупик себя зажал, окей. Добью его. Хотя, наверное, должен добить. Быстро зелье. Есть, одного завалил. Черт. У меня больше нет зелий. Задрот. Спонсируй. Черт. Давайте суперударом шарахнем. Блин, не то жму. Вот о чем я говорил. Крит на 35, отлично. И должен же. Должен, блин, не дай бог сейчас кто-то сольется. Ну просто затыкивает, есть. Фу. Просто затыкивает в упор, вы видели. Я тут мог просто сейчас кони двинуть, если бы не зелье. Поэтому отдыхаю. Ну, сурово, вот этих крысов я вообще не люблю. Из-за того, что у них у ворота дофига. И они просто с безумной скоростью вас атакуют. Так, Волтер, пора варить. Как ни странно, зелье по уши. Всем по зелью. Ман, здоровье и маны я забыл сварить совсем. Так, да ё-моё, не туда кликаю. И себе тоже не забудь. И одно растение здоровья я оставляю, но это для того, чтобы они имели шанс размножиться. То есть, если у меня их вообще не останется в инвентаре, то и они размножаться не будут. Так, всех, чтобы в первом слотике лежали, я убеждаюсь в этом. Просто потому что, чтобы интуитивно было, рефлекс, даже не интуитивно, а рефлексом можно было нажать. Кстати, вот эти ножи я не вынул из дерева в самой первой локации, где клад копал. Так, то есть, чтобы я мог открыть единичку и везде не искать, так, где у меня тут зелье здоровья, сразу кликал в первый слотик и выпивал его. Просто вот тут переключаться вообще неудобно будет. Потому что тут нужно оружие, кулдауны следить, атаковать по кулдауну. В общем, менеджмента такого контроля здесь более чем дофига. Сохраняюсь на всякий. Так, куда у нас этот путь ведет? Ага, здесь у нас свиток. Не помню, правда, свиток чего. Свиток щита, но это заклинание я уже знаю. Я не то его показывал, не то о нем рассказывал. Он для меня не интересен. И а вон там куда интереснее что-то лежит. Шапочка, по-моему, какая-то. И колбаса. Не знаю, пригодится, наверное, ну, с едой-то всякая проблема будут. Protection 1, здесь у нас Protection 4, но блин, нужны владения легкой броней уже. А здесь у нас Protection 3, но плюс 5 Energy. Но Energy, по сути дела, мне нафиг не нужны вот эти. Не используется вообще, в принципе. Так что я думаю, что Protection 4 одену. Никто все равно не сможет таскать толком эту шмотку с минус 5. Ну, может быть, магички отдам, потеряю. Так, тут уже тоже одета. Вообще некому отдать. Ну, давайте Волтуру отдадим. У него высокие показатели уворотности, да и в него никто не атакует. Пусть носит. Так, компенсирован. То есть, можно пощелкать, конечно, факела, но они ничто не... По ходу дела убрали просто-напросто. Эти логические... Ну, даже не логические, просто приколюхи, секретки, связанные с этими... Так, здесь ничего нет, я удивлен. Ага, ничего реально нету. Ну окей. Просто уже вроде бы вот буквально вчера смотрел все секреты, а сейчас уже не могу вспомнить. Здесь, кстати, прикол такой. Вот встаешь на эту плиту, и вот видишь нажимную кнопку. И думаешь, ага, я же не дурак на эту нажимную кнопку наступать. Ложишь туда что-нибудь и проваливаешься. Потому что она ведет вниз.
Так, да, вот она, пещерка-то, где я хотел показать вам секретку. Стоп, стоп. Первую такую секретку. Здесь у нас зелье, здоровье. Ага, Айси Дэй сломала себе. Ух, ничего себе, выбила просто ноги. Неприятно. Вот, вот этим хорошим там кто? Не Рэтлинг, кто-то из них, по-моему... А, инсектоид, таракан, который с 50% меньше ломает всякую ноги. И здесь нам сообщается, что помни, некоторые вещи скрыты. То есть, казалось бы, здесь ничего нету, но, если посмотреть внимательнее, здесь есть кнопочка. Мы ее нажимаем, и открывается стенка, за которой нас уже встречают. Секрет найден. Очень прикольный такой секретик, я бы сказал. Да что ж такое, мисклики просто идут во все поля. Особенно здорово, когда вот переделали систему магии относительно первой части. В первой части же там не было таких сильно сложных заклинаний, а здесь нужно тянуть именно мышкой их, и мисклики куда как чаще. Видите, 30 патронов здесь есть, то есть, ну, у Волтера уже патроны закончились, и сейчас они пополнены. И 3 огненных граната. Огненные гранаты, ребят, это очень-очень важно, потому что будут места, где, ну, тяжеловато будет пройти. Все, по-моему, я здесь все собрал. Нажимаем опять кнопку и возвращаемся. Отличный секрет, мне он очень понравился. Эта яма ведет, кстати, туда же, просто с другой стороны мы падаем, так что там можно не переживать. И здесь есть кнопочка, которая... Ну вот видите, это не секретная кнопочка, ее найти более чем легко. А вот секретная кнопочка, пойдите еще поищите. Нужно просто знать, где они располагаются. Так, здесь у нас есть кристалл, здесь у нас есть... Что это? А, блин, это тринкет... Тинкер, или как он там? Нет, Тинкер это уже кузнец. Кстати, мог не тратить зелье сейчас, а просто на этом кристалле восстановиться. Это я уже немножко протупил. На самом деле, как он там, трюкач переводится, этот чувачок, мелкий, прыгающий такой, неприятный. И он вот ушел от нас, закрылся дверью, и я пока что туда не пойду, пойду исследую другую часть. Да что ж такое-то? Другую часть локации, чтобы, наверное, сильно не бегать, не колесить по этим данженам. Да и самому интересно узнать, что там есть. Вспомнить, я, может быть, секрет какой вспомню. Так, ага. The Full Pleasure. Pleasures. Отлично. Это я помню, как проходится. Здесь, в принципе, несложно догадаться. Battle. Ну, либо броня, либо оружие. Вкладываем оружие. Дальше. Голод. Ну, естественно, от голода что? Жрачка. Ну, любую кладем на проверку. Колбаса, хлеб явно пойдет. Холод. Скорее всего, ожерелье у нас есть от холода, но можно попробовать просто одежду положить. И заболевание, ну от заболевания логично предположить, что зелье, лечение, все. Как видите, одежда тоже подходит, хотя можно использовать ожерелье, оно тоже будет работать. То есть любая одежда. То есть загадка несложная в принципе. И мы получаем плед, ну накидку, плюс 2, плюс 5 к увороту, минус 2 силы. Явно не переднему ряду это надо одевать, а вот Волтеру, по-моему, эта накидка пойдет. Хотя она очень так пафосно выглядит, я бы отдал Лизе, но не катит ей. А Волтеру нужно компенсировать, или что там, не нужно ничего? Да, нужно вот эти минус 5 компенсировать. Также здесь находится очень классное зелье, уникальное. Ну, как уникальное, их мало в игре. Вы их не сможете находить каждые там несколько минут. Соответственно, они ограничены, и я их считаю, ну, уникальными. Стоп, не то сделал. А чьи зелья это были? Айсидайки, да, это айсидайки были зелья. Да ё-моё. Отдайте два зелья Лизе. Замискликал тут все. Итак, что же дает это зелье? Они разные по цвету есть, по подсветке вы можете определить, что они дают. Вот это дает силу воли, соответственно, логично отдать это волшебнице. Я еще при первом прохождении думал отдать ее Лизе, когда у меня не хватало энергии на то, чтобы делать вот этот сильный удар. У меня было там 23 энергии, а нужно 25. Я думал, ну отдам что ли. Ну, как вы видите, в этом прохождении я просто дал ей трейд на плюс 2 виллпауэра, и все стало нормально. Так, willpower получаем, сколько там уже, 20 willpower, неплохо, неплохо, очень даже неплохие показатели, по крайней мере, одни из лучших по специализации, и, по-моему, здесь больше ничего нету, я не обратно случаем иду, да, я обратно иду, хотя нет, там еще была дверка, сейчас посмотрим, что там дальше нас ждет, так, пока тупик, пока вообще никого, и пульки для Волтера, 45 пуль у меня есть, секретов здесь, насколько я помню, никаких нету, и можно за это, а, вот грибок еще не собрал, ну, грибок это полезно, мог пропустить, поушены мне очень нужны в прохождении, как вы заметили, и ноги часто ломаешь, когда вниз прыгаешь, и противники выжигают просто лютым образом, но я бы здесь еще спрыгал, а, в этот низ я уже прыгал, все, окей, тогда идем дальше за этим трюкачом, смотрим, что он нам там может предложить. Так,
Здесь никаких развилок не... А, будут там развилки. И они именно развилки в том плане, что здесь мы идем, чтобы добыть ключик для того, чтобы открыть ту дверь. Так. И здесь опять развилка, да ё-моё. Здесь у нас гнездо. Туда мы сходим обязательно. В гнезде там тоже много чего веселого нас ожидает. Ого. А вот это вот интересное место. Почему оно интересное? Потому что здесь куча секретов начинаются. Причем таких секретов очень сомнительных. Тихо, тихо, тихо. Напугал меня, зараза. Так. Будем его кайтить длинными перебежками назад. То есть... О, видали, видали, он просто промазал. Блин, два промаха подряд. Ну, вы видите, что он очень-очень ловкий. Хоть магия его гасит. Сейчас задрот ласты склеит. Не дай бог, задрот ласты склеит. Черт, в Лизу, по-моему, попал. Так. Блин, вот сейчас было глупо. Все, готов. 150 опыта за него выдали. И какой-то кинжал из него еще выпал. Фиг знает, нафига он мне нужен. Но мне нужно восстановить энергию. Где... Ага, сбегаю до кристалличка, ребят. Вот я уже и вернулся. Ну, просто, чтобы видео не затягивать пустыми перебежками туда-обратно, я думаю, вы меня поддержите дополнительными лайками, если вы согласны с тем, что чем меньше пустой беготни туда-сюда, где мы уже были, философский камень, тем лучше. Заходим сюда, и здесь нас встречает такая головоломка, типа, передвинь камешек на нужное место, и он вообще сначала не работает. Ну, это логично додуматься, потому что, ну, он просто стоит на месте, вы с ним ничего не можете сделать, вы идете дальше, и, ну, это просто небольшой такой спойлер, но он заканчивается вот на этом месте. Вы видите плиту, открываете кого угодно, у кого есть какая-нибудь хренотень, ложите туда что-либо, и бац, засветилась неоновая подсветка а-ля Трон 2.0 появилась на нем, то есть спойлер не особо длинный оказался, как вы видите. Так, надо что-нибудь сожрать, что ли, хотя забейте. Так, здесь есть клетка, где еще один... А, мачете. Мачете, в принципе, неплох. 6.18 урона, то есть уже чуть больше, чем вот у дубинки. Их можно выкинуть и то, и другое. Но нету сильного удара, поэтому нафиг этой мачете не нужно. Да и Лиза не мачетник, а мечник. И вот здесь зелье, как видите, с чем-то типа ловкости, но вот... Как я уже говорил, факела ни на что не действует. То есть нужно искать другой путь внутрь. И вот здесь я вам покажу интересную вещь. Точнее, даже расскажу интересную вещь. Потому что на данный момент, ребят, в Стиме нет ни одного человека, кто бы получил 100% секретов. То есть там ачивка есть, открыть все секреты. То есть вот когда ты заходишь в комнату, и вам пишут «Secret found». И на данный момент нет ни одного человека, кто нашел все секреты. Соответственно, есть еще какие-то, возможно, супер-мега-тайные секреты. Вот это вот не тайный секрет здесь. Его найти не тяжело. То есть зашли сюда двигать камень, посмотрели. Ага, вот он. Вот он, вот она кнопочка заветная. Так. И, возможно, здесь есть какая-то супер-мега-секретная вещь, которую просто, на самом деле, тяжело придумать, тяжело догадаться, то есть должна быть какая-то последовательность. А может быть и нету никакой последовательности, специально так сделали, скорее всего, так специально сделали, но, ребят, я не оставляю надежды. И это очень огромный пласт игры, когда ты вот думаешь, что какой же здесь может быть секрет, может быть я пропустил что-то, и начинаешь сам придумывать какую-то логику в действиях своих, чтобы этот секрет, которого не существует, найти. И это дополнительный контент, скажем так, который ты сам себе придумываешь. Вот видите, секрет найден. Здесь у нас броня. Так что за броня, кстати, неплохая, что ли. Плюс 4 протекшена, но она лайтовая. То бишь, 3 протекшена, естественно, это лучше. И, наверное, отдадим. Кому отдадим? Ну, вот видите, по краям еще кто-то периодически что-то бурчит, шумит и создает ощущение, что там кто-то да есть. Ну и все, мне кажется, вот эти тряпки вообще мне не нужны. Итак, ага, вот отмычечка. Чуть не пропустил. Вот это важно, собирать отмычечки. Казалось бы, больше ничего нету. Дергаем факел, тоже ничего не происходит, между прочим, как я уже говорил. Но есть кнопочка. Мы ее нажимаем, и дверь закрывается. Это все, что происходит, когда вы нажимаете эту кнопку. Я проверил все фазы философского камня. То есть на какой бы он точке ни стоял, эта кнопка все равно закрывает и открывает эту дверь. Выйти, выбежать на скорости из нее нельзя. Это тоже было проверено в первую очередь. То есть, смотрите, нажал и попробовал забежать. Нет, тут по скрипту работает. То есть как вы нажали, как начала анимация закрытия, она уже считается закрытой. Это
дверь. И секрет, единственное, мне осталось предположение, которое я еще не успел проверить, это вот эта кнопка. То есть она включает непосредственно нам философский камень, но когда мы сюда приходим, философский камень стоит вот здесь, закрывая вот этот проход. И, возможно, та кнопка, когда мы ее отжимаем, она как-то меняет логику действия вот этой кнопочки. То есть вот видите, какая мыслительная деятельность. Проверяем. Нет, дверка все равно закрывается, как вы видите, в этом нет никакого смысла. То есть, возможно, это просто тролли-кнопка. Разработчики добавили в начале игры, как бы намекая, что да пошли вы, ребята, мы вам не обязаны под каждой кнопкой какой-то секрет выдавать. Возможно, там он просто очень реально такой хитрый, и только там спустя через какое-то количество месяцев мы узнаем, как же он отгадывался, какая же там была отгадка. Но я, по-моему, все фазы камня проверял, то есть вот здесь, когда он стоит, проверял. Ну, можно, я могу сейчас еще раз проверить, ребят. Так, в этой фазе дверь закрывается. Теперь проверяем, когда загадка решена. Когда философский камень стоит на своем месте. Мы нажимаем эту кнопку, и дверь закрывается. А также стоит проверить, когда факел вынут. Потому что в первой части были такие задачки. И вот здесь логично было бы увидеть, что что-либо логичное. Или кнопочку секретную на этой двери. То есть ты нажимаешь в секретной комнате секретную кнопочку, чтобы дверь закрылась, на которой ты увидишь еще одну секретную кнопочку. Но нет, нет тут никакой секретки. То есть, видите, перепробовано все, что в голову может прийти. И здесь не надо торопиться бежать в портал, потому что здесь есть вот такая вот кнопочка, где нас уже встречают. Так, окей, большая партия, кстати, смотрите. Но огнем их выжигается за милую душу. Главное, чтобы откатывалась наша магия. То есть, возможно, там есть все-таки, я вот об этом и говорил, возможно, там что-то есть. Какая-то другая должна быть последовательность действий, или действия должны быть совершены в каких-то других местах, так как локация большая, то есть все нам настолько сложно, что прям вот без пол-литра не сообразишь, но... Хрен его знает, ребят. Я не смог. Все, что логично было, я все опробовал. Жизни плюс один. На самом деле, я думаю, стоит отдать за дроту, потому что что-то у него со здоровьем вообще тухляк. 89, да его все практически обходят по здоровью. Какой-то хиляк. Так что плюс один здоровье ему пригодится. А вот у Лизы 150, она и так оттанчит, как бог. То есть здесь тоже ничего нет. Никаких дополнительных кнопок, никаких действий, которые мы могли бы совершить. Поэтому идем дальше. О, вот это место, блин, место боли. Ребят, я вам точно говорю, это место боли. Здесь надо будет засейвиться. Почему так? Потому что мы будем страдать. Так, давайте, наверное, в первую очередь спрыгнем вниз, посмотрим, что нас ждет внизу, потому что в ямы, как я уже сказал, прыгать стоит всегда. Так, здесь нас ждут крысы. Окей, причем их несколько. И Лиза что-то сломала, ёпара, ноги сломала. Неприятно, не люблю, когда персонажи ломают что-либо. Потому что там останавливается реген. О, вот это сейчас мисклик. О, вот это сейчас вообще весело. Зажали. Все, зажали. Ну и все, ГГ. ГГВП. Хотя стой, задрот, пейзили. Элиза пейзили. Я даже не знаю, как нужно. У них просто... О, отлично, чувак, спасибо, ты меня спас. Ты меня просто... О-о-о-о-о. Ладно, ты меня нифига не спас. Ты меня подставил. Блин, черт возьми, три крысы. Одну только убил. Черт, Волтер слился не вовремя. Как с ними справляться, я не знаю. Это все, это лоуд. Реально, противники здесь жесткие, как вы видите. На самом деле, там произошел какой-то фейл. В том плане, что здесь не должны агриться все сразу противники. То есть, один на один здесь надо разбираться. И все будет окей. Так, гасим. То есть... О, задрот уже никакой. Блин, да что ж такое-то? Не получается у меня их по одному выцепить. Сейчас задрота убьют просто. Ладно. Используем нашу тактику. Дополнительный протекшн. Поэтому она танкует в какой-то степени. Зелье. Пьем. Пошел. Контроль идет просто. Потому что она танкует. У нее очень много протекшена сейчас. Поэтому мне выгоднее таким образом разобраться. Главное, чтобы он не закончился. Задрот уже страдать начал. Ну, умри ты, ё-моё, умри! Есть. Просто убил на кокуле, скажем так. Все. Теперь затанцуем до смерти. Стоп. Мисклик, задрот, не умирай. Задрот, живи. Блин, ну как ты промазал-то? Тихо.
Главное, чтобы не убил задрот. Главное, чтобы он вообще никого не убил. Я не хочу потерять за него опыт. Ну, опять мисс. 9 урона. Потрясающий задрот. Ты просто воин от бога, я скажу. Танцуем, танцуем. Я не буду переходить к нему, потому что он готов. Когда он просто стоит, он может вас атаковать. Сильным ударом я не смогу атаковать, потому что он слишком долго заряжается. Волшебством. Есть, 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 ребята. Фух, это было жестко. Как вы видите, я был просто зажат. И я выжил только благодаря тому, что у меня были зелья лечения. И благодаря тому, что... О, Волтуру что-то сломали. Только благодаря тому, что в итоге я у Айседа использовал дополнительную защиту, зная возможность, зная, скажем так, свою хорошую команду, что я могу использовать защиту дополнительно, я выжил, иначе я бы здесь слег. Давайте подождем. Правда, надо было сохраниться, прежде чем ждать, потому что какая-то крыса еще может подбежать, там еще есть крыса на самом деле. Фух, да, это был жесткий бой. Казалось бы, просто крыса, но зажали, и я отбивался просто как мог. Поэтому, ребят... Я на этом скажу, что спасибо вам за внимание. Пишите больше комментариев, ставьте больше лайков, если вам нравится мое прохождение Legend of Grimrock 2. Если вы хотите больше с вебкой, обязательно ставьте лайки. А на этом все. Надеюсь, мы встретимся в следующих сериях.